Вот такой здесь будет ангар. 24 на 24 метра. Уже сделаны фермы под крышу, столбы под стены. Частично начала делаться опалубка. Еще заедет трактор, немножко доровняя щебень. И начнем вязать арматуру и заливать будем секциями. Первая секция между вот теми колоннами. Потом переносим опалубку сюда, здесь заливаем секцию. Потом переносим опалубку сюда, заливаем здесь. И переносим опалубку сюда и заливаем вот здесь. И вот такой получится пол. Он хоть и черновой, но он уже будет и чистовым для техники.